Удалова Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Современник» Выборгского района города Санкт-Петербурга, руководитель детского образцового коллектива фольклорного ансамбля «Горница». Творчество – это основа моей жизни, основа моей творческой педагогической деятельности, сотворчество с детьми и родителями. Спецификой моей работы – является изучение образцов музыкального, песенного фольклора, принадлежащим разным традициям нашей большой России. На основе изученного песенного материала мы реконструируем и воссоздаем традиционные обряды, например, свадебный обряд разных областей России: Ленинградской области, Сланцевского района, Унеческого района, Брянской области, Смоленской и Архангельской области. Мы проживаем с родителями, с воспитанниками, с участниками фольклорного ансамбля годовой круг календаря. Все праздники, которые входят, это Рождество, Масленица, Красная Горка, вторая неделя после Пасхи, Покров и Михайлов день. Погружению в традиционную культуру помогает организация и проведение традиционных молодежных гуляний, так называемых посиделок, посидок и вечерок. Они ориентированы на детей разного возраста, младшей возрастной группы и старшей. Причем старшая возрастная группа проводит эти посиделки для младшей возрастной группы. Другая сторона нашей творческой жизни связана с благотворительной концертной деятельностью. В домах престарелых, в клиниках города, в психиатрических больницах. Выступая на этих концертах, ребята не только видят результаты своей работы, умение петь, плясать, проводить обряды, играть свадебные обряды, радоваться этому, но и, конечно же, учатся тому, чтобы дарить радость людям. В своей творческой и профессиональной деятельности у меня есть очень важные основные аспекты. Это ориентир на высокий профессиональный уровень подачи материала, раскрытие музыкально-певческого материала, чтобы он был понятен и удобен для детей воспроизведения. И кроме этого, умение использовать методику, подать эту методику таким образом, чтобы раскрыть внутренний потенциал ребенка, раскрыть его внутренние способности, которые даны ему от природы. В основе методики лежит наддиалектная система. Это универсальная система, которая позволяет обучить ребят приемам, навыкам вокального исполнительства. Затем происходит обучение детей произношению диалектного текста. Мое творческое, профессиональное, жизненное кредо «С любовью по жизни». Стукнула, брюкнула на два.